Великая Отечественная война затронула судьбы миллионов семей. Ивановцы с трепетом хранят память о тех непростых днях. В доме на Крутицкой к 9 мая подготовили выставку о трагических событиях военных лет. Дорогие сердцу письма, фотографии и боевые награды принесли сотрудники библиотеки. Очень многие люди, когда мне приносили эти фотографии, у них ком в горле. Они все плакали, потому что нам действительно война всех задела. И это надо детям говорить, чтобы они не вырастали жестокими, какими-то скинхедами, которые могут осквернить могилы, памятники, там в вечном огне жарить какие-то там сосиски. Вот этого чтобы не было. Эта толстая тетрадь хранит воспоминания кинешемского врача Петра Попова. Среди родственников у сотрудников библиотеки на Крутицкой было немало военных медиков. Бабушка Любови Овчинниковой военные годы работала в госпитале лицевым хирургом. Очень многим раненым она практически вернула, ну, более-менее приличную внешность, потому что ранения были ужасные. Мы, будучи детьми уже после войны, неоднократно спрашивали ее, а что ты делала, какова судьба раненых. Она старалась нам, детям, не говорить. Очень это было страшно. Истории о войне, рассказанные сотрудниками библиотеки, планируется собрать в одну брошюру. О событиях 40-х годов, ставших для истории страны роковыми, должно знать и помнить молодое поколение. 1418 дней горя, боли и потерь не должны пройти бесследно. Когда из жизни уйдет последний ветеран, об ужасах войны красноречиво смогут рассказать лишь книги. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.